Здоровый Туб, с вами FireSpeed Channel. Давненько с вами не пересекались, но ничего, сегодня мы с вами сделаем то, что так популярно на Ютубе, а именно реакцию на... Угадайте из трех раз, правильно. Не угадайте, я скажу. На нарезку, которую делает наш постоянный подписчик... Сан! Или... Торд, да, давайте будем все называть его Торд, как он хочет. Это будет нарезка, 10-я часть смешных моментов, в этот раз по Need for Speed Run. Мы проходили вместе с вторым темным гонщиком Ромой эту замечательную игру в офлайне, после закрытия серверов. Что ж, давайте посмотрим, что у него получилось. 6 минут длится нарезка, реакция будет не намного дольше. Погнали! Здравствуйте, добро пожаловать на новую часть смешных моментов. Начинаем. Масса, блин, понаставили, блин, понаехали. Мы проходили эту игру вместе по очереди. Феррари нету, к сожалению. Ой, слушай, прикольно, жопа у него. Это я про какую-то тачку говорил, ребят. Но вы поняли его мысли, вы поняли. Ладно, мы поняли, Арман. Рома, что ты делаешь, блин? Я очень широко открыл рот. Назад, а это финиш был. Я ж такой думаю, такой, главное, держи, держи, а если машина впереди? Так. Любит Асан вставлять такие звуки? Можно, можно. Звуки дельфина. Пока не видит, можно? Лиз... Там, наверное, было что-то веселое. Да зачем? А я не видел. Он просто, я сейчас поставлю на паузу, поясню, он просто финишировал, точнее, он не успел перезапустить повтор с контрольной точки, в результате финишировал, не придя первым. Да, бывает такое? Я не видел его. Кто-то, походу, финишировал. Газ в пол! Мой любимый момент. О боже, нет, нет, не приближай меня, так близко не надо! С первого раза. Ну, это было мощно. Она просто хочет повеселиться. Слушай, ну не это. Мы тут, значит, пытаемся приехать первыми, нам нужны деньги. Она чисто палок угонит. Так пропусти нас, если тебе, блядь, деньги не нужны. Не, ну реально, как бы, все логично говорю. Тут даже не подкопаться. Асан молодец, что уточнил этот момент здесь. Ну и интересно, она хочет, чтобы он был достойный человек. Ты еще про... О, Цезарь. Бля, ну, блин, дайте тачку повидать. Выбираем цвет для Гумперта. Меня что там плющит, что тут. Да мне не нравится это. Дурацкий вид. Ладно, я покажу. Он просто выглядит как урод. А в этой нарезке я, похоже, матюков оставляю больше, чем Рома. Но далеко не столько много, как Федя. Нормально. Посмотри, ща. Что это такое вообще? Вот это был момент. Это был... Я не помню, вышел он? Красава. Тихий просто. Так гонит нас. Спойлер классно оборвали, твари. Вот тут можно прыгать. Ставь лайк, если обожаешь эту тоже погоню. Это тоже заслуживает лайка. Да, блядь, идите нахуй, меня задержали. Одного задержали, высылайте эвакуатор. Нет. Наверное, в первый раз в этой погоне меня там задержали. Так, захват отдельного окна. А, это уже без Ромы, кстати, было. Это мы мутили, так, короче, онлайн. Давайте попробуем тогда... Не знал, что здесь будет тоже. Что-то подобное. Нет, нас выкинуло! Да оно постоянно вылетало, блин, вот... Я, конечно, теплых впечатлений об этой игре, да, теплые воспоминания остались, но вот это реально бесило конкретно, постоянные вылеты. Ладно, неплохо, неплохо. Умеет работать с эффектами, Асан. Фак! Это был звук не у меня в игре. Я рыгот услышал! Кто рыгнул? В прямом эфире. Раз. Без регистрации смс. Да что за рыгота, блядь? Асан, ты что ли? Асан. Асан, ну как тебе не стыдно, а? Он сам себе сделал на будущее контента, мы его раскусили, ребят. А-а-а! Я врезался. Так, осторожно, ты со стрелемента очень агрессивная. Но не агрессивнее этих скал. А там еще Леха что-то там на заднем фоне комментит. А-а-а, Лех,
Илюха, жди меня, я сейчас к тебе подсосусь, подожди, Илюха. Подключусь, в смысле? Нет, нет, точнее. Нет, иди нахуй! Боже мой, я не могу на это спокойно смотреть, почему это стороны так кринжово? Нет, иди нахуй! А тот не запикал, я не буду запикивать Асон. Оставим все как было. Ой, блин, что это? Господи, что за звуки какие-то? Из чертог просто, из глубин ада, я не знаю, доносится до нашего стрима. Ладно, спасибо, что это сделал. Но тут все должно быть на мази. Что? Конечно. Еще раз. Я как будто с призраком общаюсь, только ни слова непонятно, что-то... Эхо из церкви доходит просто. Что происходит? Асон! Не, ну реально, это может напугать тебя. Еще и стрим поздно вечером ушел, хер его пойми, как потом будешь спать. Кринжово, я ж не усну. Почему это так? О, прикольно. Что это? Еще раз. Это отсылочка. О, это реально бурундук. Бурундук, бурундучок. Сделай бас. Да, навали басу. Ой. Вот это как будто уже Рогатина, только тоже было в слоумо, скажем так. Еще раз. Блин, почему так тупо, но я не знаю. Ставь лайк, если хочешь, чтобы я делал реакцию на ТикТоке с всякими тупыми шутками. Смешит. Блин, слушай, это орно, конечно, это орно. Да, очень сильно орно, но один момент... Асан резко повзрослел раз в 5. В 55. А какой момент? О, не-не, это что-то сейчас как-то больно. Да, это перегруз, не надо. О, бурундучок вернулся. Это Уилл или Смит? Отсылка к темным гонщикам. Ни хрена не понятно. Это настолько высоко, что я даже не понимаю ни хрена, если честно. Слишком высокие частоты. Спасибо, были с нами. И до свидания. Классическое мое прощание. Увидимся с вами в следующем месяце. Пока! Good night, motherfucker! Good night. И Need for Speed Run, мы будем тебя любить вечно. Пресс F. Печаленько было, да. Хорошая была игра в онлайне. А на этом все. Спасибо за просмотр. Пока. Ну что, ребят, да, все, действительно, пока. Спасибо за просмотр. Это была реакция на нарезку. Я не удивлюсь, если... Нет, Асан, не надо, если ты это смотришь, не надо делать нарезку из моей реакции на твою же нарезку, потому что мне придется потом делать реакцию на нарезку своей реакции на твою нарезку. Это может продолжаться до бесконечности. Мы просто порвем временно-пространственный континуум, и в результате все окончится тем, что придется собирать команду Мстителей и разыскивать Танос из прошлого. Ладно, короче, все, спасибо, что смотрели. На этих выходных будет стримчанский, вряд ли по Mortal Kombat, хотя хер его знает. В общем, все, ждите либо одно, либо другое. Все, суббота-воскресенье, все. Всем пока, чао, бомбина.